Ведущая конференция по вопросам децентрализации пройдет в Бухаресте. Организатор мероприятия DTEN и посвятил конференцию изучению будущего финансовых технологий, технологии блокчейн и других актуальных тем, которые раскроют для всех желающих 19 лучших спикеров. Основатель Network Society Ventures Дэвид Орбан, основатель компании Young Чарльз Хакинсон, сооснователь компании Tether Крейг Селлерс, основатель Gnosis Мартин Капельман, представитель Bitland Крис Бейтс, сооснователь BigchainDB Брюс Пон, представитель Future VC Майк Костача, сооснователь Bitmari Синклар Скиннер, представитель США в Румынии Джошуа Бьорк, представитель Bitcoin Foundation Брок Пирс и другие. DTEN ждет всех желающих в Бухаресте, Румыния, 21 и 22 февраля.